нас будешь кормить, кызым. Всех нас обихаживать будешь стареньких. Вот как мы Абику сейчас обихаживаем. Ты же нас будешь так обихаживать, кызым. Вся семья собралась. Так там рыбу делать. Короче, нет, не вся. ПП завтрашний день начинается. Сейчас поедем за Фию в магазин покупать продукты для ПП. Слава богу, деньги есть. Народу очень много было. Ты знаешь, что сегодня народу очень много было? Народу. Мы сегодня 5000, 6000 только сделали. Никуда людей, блядь. Мам, бери вот твоих. Нет, такой не головку там возьму, а так нет. А то выкинем. Так мало рыбы. Надеюсь. Одна же это. И медкун для себя взяла. Ладно, Серега, пойдем. А то тут хлеба не надо. Гости собрались. Есть. Какие гости? Ой, у меня гости. Директор постоянно к нам приходит еще. Она уже не гость, она уже, знаешь, житель этого дома. Это вот занят не идет к нам. Пока не нужна, значит. Пока, значит, там кайфует. Пока там... Загирова не пускает ее сюда. Понятно? Почему? Ну, не пускает, раз не идет сюда. Мы же себя рассматриваем. Во всем. И пикнем, вот, а сюда пришла же. Так же Зенят придет. Угу. Менің қылым белекегіне болып қолған мәттепке жүргәш. Всему свое время. Все. Біздің Айша белекегіне... Кепелей біз. Самое главное. Селедку будешь, Айша? Давайте селедку дам. Попробуй. Она не любит. Попробуй. Они дети не любят рыбу. Понравится. Вкусно. У нас дома знаете, много нету? Рыбы. Нету? У нас дома много рыбы. Нету, да? И жареные, и панировки. Вы не понимаете, что ли? Там готовят. Картошка Загирова во всем. Голова. Аша сказала. Они живут на тети Галины деньги. Она работает. А папа у меня Альфанс. Папа не работает, да? У него, наверное, пока работы нету. Да. И такого бывает, оказывается. Мы его можем позвать на шабашку. Не пойдет он? Хорошо, да. Не пойдет. Он не пойдет против себя. Вот как Гордыня нам не дает. Не пустит. А чем? Тетя Галя сначала узнает, кто... А мы что, тетя Галя поругали, что ли? А? Мы раз тетя Галя поругали? Мы раз ее обидели чем-то? Она ревнует просто. Ты что? Вы никак не можете понять. Нам же... А, деревья здесь. Ты что? Понятно.